30 марта 1945 года войска Белорусского фронта штурмом овладели городом и крепостью Гданьск. Противник готовился город к длительной обороне. Были сооружены железобетонные доты, подземное убежище для личного состава. Гитлер отдал своим войскам строжайший приказ защищать город до последнего солдата и рассчитывал надолго сковать там крупные силы Красной Армии. Планы немцев были сорваны умелыми и решительными действиями советских войск. Они сокрушили мощную вражескую оборону и овладели городом, важнейшим портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море. До победы оставалось 40 дней.